Специалисты Роспотребнадзора просят жителей не бросать собак и кошек в садах и на дачах, чтобы не увеличивать число бесхозных животных. В области по-прежнему напряженная ситуация по заболеванию бешенством. С начала года уже 7 тысяч свердловчан пострадали от укусов животных. Все те, кто заболеет бешенством, в обязательном порядке погибнут. Это единственная практически в мире инфекция со 100% летальностью. Однако пока большинство укушенных либо игнорируют профилактическое лечение, либо не доводят его до конца. Тем временем у 28 животных в области подтвердился диагноз бешенства. Причем только 15 из больных зверей оказались дикими, остальные – домашние животные. Как правило, на собак и кошек нападают уже заболевшие лисы, и тогда в группе риска может оказаться и хозяин животных. Специалисты Роспотребнадзора призывают прививать всех домашних питомцев и не бросать на зиму в саду кошек и собак.